Часто в нашей жизни бывает режим ожидания на переезде. Вот как сейчас. Ждем, пока проедет паровоз со своими вагонами. Рано или поздно он проедет. Можно, конечно, рискнуть. Это будет нарушение. Рискнем. Страшно? Не бойтесь. У меня 4 глаза. Я ничего не боюсь. Я вначале проверю левую сторону, потом правую. Там уже едет. Там еще нету. Все, он вам же улыбается. Все, мне уже так начал свистеть. Ну, вы не волнуйтесь, все нормально. Если бы я был на машине, то я бы еще долго бы ждал. К сожалению, я иду пешком, поэтому мне все простительно. Хотя в данной ситуации уже было одно нарушение. Нельзя переходить железнодорожное полотно. Вон он едет при закрытом переезде. Ну так получилось. Никто не говорил, что будет легко. Гарно дякую, що ви тратили свій час на просмотр этого незначительного відеосюжету. Берегите себя!